Итак, у нас передача авторевью, валетная авторевью. И сегодня у нас Lexus ISF с под капотом, у него примерно 400 лошадей. Вот, он умеет очень хорошо ездить, быстро. Lexus. Водитель. Водитель может только не ошибаться. Водителю много не надо. Прокладка стрёмная между сиденьями и рулём. Вот, Lexus этот очень хорошо ездит, и мы вот его испытываем уже. Ну, может сейчас выйти как раз. Да, давай. Посмотреть, что. Сейчас. Встань. Ну вот, в общем, Lexus называется еще раз ISF. Быстрый вообще. Всего доброго, увидимся в следующих выпусках.